перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Всем добрый вечер! Мы сегодня здесь собрались, вы знаете зачем, чтобы поддержать рэпера Хаски. И огромное спасибо, что вы пришли. Пару слов для начала. Я думаю, что все уже знают, что Хаски на свободе. Можно пошуметь, я думаю, немножко. Вот, мы этому действительно искренне очень-очень рады. И это произошло, я предлагаю на этом на секунду сконцентрироваться. Это произошло из-за вас и тех, кто сейчас смотрит эту трансляцию. Реально. Из-за всех... Из-за тех, кто купил билеты сегодня, из-за тех, кто поставил этот долбанный хэштег. Мы все очень с большим презрением относимся к хэштегам, но бывают случаи, когда они действительно помогают. И это тот самый случай. Вот. И, ну, в первую очередь, просто все, кто вызвал резонанс вокруг этого события, то, что сейчас Хаски на свободе, это не случайность. Да, как бы существует некая, как мы видим, видимо, обратная связь. И я предлагаю об этом задуматься, но те из вас, те, кто сейчас смотрят трансляцию, и те, кто находится здесь, те, кто, может быть, не очень глубоко об этом всем думали, могут сказать, а зачем вообще этот концерт? Ну, типа, Хаски уже на свободе. Зачем вообще выступать? И, ну, даже забавно, да, и так далее. И много троллинга на эту тему в сети и прочее, прочее. Так вот, ну, я вам скажу следующее. Мы изначально говорили, что этот концерт не только и не столько про Хаски, да, этот концерт про ситуацию, которая у нас с музыкой в данный момент развивается в не самом, мягко говоря, лучшем направлении. Поэтому этот концерт, он, безусловно, с радостной ноткой касательно того, что Диму выпустили, но он не про это только, а про то, про тех всех артистов, которые прошли через подобное в прошлом, и я боюсь про тех артистов, которые могут пройти через это в будущем, и вообще про свободу творчества. Поэтому спасибо огромное, что пришли. Вот. Я никаких речей не готовил, поэтому, возможно, немножко сбивчиво. Поэтому, чтобы не погрязнуть в бесконечных речах, давайте я немножко для вас почитаю. Let's go. Yeah. Спасибо, спасибо. Речь сегодня не о нас и не даже не столько о треках, которые мы читаем, потому что мы их читаем все трое на своих обычных концертах. Я, кстати, говорил, что в этом году не буду выступать, кроме BM-феста, но вы понимаете, что это особый случай. Вот. Непредвиденный и... Я, кстати, очень благодарен вообще всем нашим командам, которые супер постарались это организовали, потому что вы не представляете, как сложно за 2-3 дня просто с нуля собрать даже пусть и там не стадионный концерт, но все равно достаточно большой, поэтому пошумите, пожалуйста, для наших команд всех трех. Ладно. Ну что, давайте дальше, а потом еще немножко поговорю. Let's go. Спасибо, спасибо, спасибо. Но еще раз говорю, сегодня речь не о людях, которые на сцене, а скорее о вас, да, как бы я прошу это не забывать. Хотя я рад, что вы здесь, короче, вот это то, что я могу сказать. Был такой чувак, имя которого вам ничего не скажет, и, честно говоря, мне тоже, в принципе, еще там пару дней назад ничего не говорило. Я просто хотел проверить, кто автор одной цитаты, которую, я думаю, многие здесь слышали. Вот чувака звали Мартин Немёллер, и был он немецким священником.
политические убеждения. Он бы никогда не сделал того же самого для меня, например, да? Или, ну, блин, он слишком много лес нарожен. И так далее. Поэтому вот в случае с этим чуваком каким-нибудь, да, то, что его подвергают цензуре или какой-то форме гонений и так далее, в этом случае это окей. Но вот если это будет один из наших, тогда это не окей. И поверь, это для меня лично месседж этого концерта, потому что, поверьте, ну, как бы мы с Хаски очень по-разному смотрим на мир. Я думаю, что и Нойз тоже, хотя он с ним дружит там, и так далее. Речь вообще не об этом. Да, как бы, я надеюсь, что я до вас это сумею сегодня донести, вот, потому что вот так. Let's go. Check. Check. Еще пару слов, с вашего позволения. Просто в целом про свободу творчества. Важная штука. Короче, вот предыдущая мысль, которую я толкал, да, просто постараться нам всем за собой в первую очередь замечать вот эти моменты, когда мы говорим, пусть этих подвергнут цензуре, и зарубать это. Не писать в интернете, когда кого-то посадили, посидит, поумнеет. Ну, конечно, если мы говорим о, не знаю, маньяке-педофиле, тут немножко другая история. Я говорю именно про людей, которые сидят, или которых пусть даже на полсуток посадили, да, или их притесняют в правах и так далее. За творчество, за мысли, за высказывания в художественной форме, потому что это не то же самое, что реальность. То есть это отражение реальности, мы должны это понимать. И, к сожалению, это забывается. То есть в мире много уродливых вещей. Сори, что я сегодня в режиме этого проповедника. Я на самом деле редко так говорю. Те, кто ходит на мои концерты, знают это. Просто накопилось, как бы. Еще такая тема, что у каждого есть свой барьер, когда накопилось. Да, у кого-то накопилось уже давно, и как бы это был для него предел. У меня накопилось вот на днях, у кого-то это произойдет в будущем. У всех это по-разному. У меня как бы это сейчас. Вот. И о чем я говорил? О том, что замечать за собой вот эти вот моменты и зарубать их, не писать, там, посидит поумнеет, или я не знаю, что в интернете только не пишут, да, как бы массово. Это, опять же, я очень закален в плане того, что пишут в интернете. Я говорю о том, что это тоже формирует мышление наше. Прочтение этих комментариев, написание этих комментариев, просто подобного рода мысли. А, ну, этот, он в любом случае, какая-то грязь из-под ногтей. Этот гопник, а этот очкарик, а этот там и так далее. Абсолютно одинаковое должно быть отношение, если мы говорим о творчестве. О свободе самовыражения. Оно должно быть одинаковое ко всем. Даже если то, что высказывается, глубоко неприятно вам лично. Если это оскорбляет вас. Если это вас оскорбляет, закройте видео и не смотрите. Если это... Если это оскорбляет вас, если это трек, не слушайте. Кроме как если мы говорим о прямом призыве к, не знаю, уничтожению людей, там, убийствам и так далее, на это есть другие законы. Мы говорим о том, что якобы содержится в треках, согласно каким-то экспертам, которых не очень понятно, кто на эту роль короновал и титуловал. Поэтому я очень хочу, чтобы вы вынесли вот эту мысль сегодняшнего концерта. Вот. И еще я хочу сказать огромное спасибо главклубу, просто от души вообще, за то, что мы сегодня здесь. Реально, это мега респект, потому что, ну, вы понимаете, короче. Вот, я думаю, что вы понимаете. И, конечно же, спасибо Васе и Ване, которые сегодня ко мне присоединились. Вообще, дикий респект. Вот. Ну, они еще сами, я думаю, скажут вам подробно, что думают, а мы пока едем дальше. Let's go. Пошумите, Москва! На самом деле, я сейчас сам слушаю то, что я читаю, то, что я выбрал для трек-листа, и понимаю, что это практически все мрачняк какой-то. И вот это часто предъявляется, ну и вообще большинство того, что я пишу. Если, когда я пишу, да. Мои фаны поймут. Короче, я просто, ну, понимаю, что да, очень часто это обвинение в адрес рэпа, как и раньше в адрес рока, что это чернуха,
что это сгущение красок, что это негатив и так далее. И это очень часто тоже используется для того, чтобы сказать, вот, вы, рэперы, это какие-то неправильные существа. Теперь, да, раньше этого не было. Раньше был рок, у меня постоянный флешбэк. Я как бы когда-то очень любил рок 80-х. Я постоянно ловлю дежавю от того, что сейчас происходит, потому что это все по второму кругу. Опять эти исполкомы и запреты и все такое. Это очень-очень знакомо все по 70-м, 80-м. И оба, ну, в обоих случаях, вот очень часто говорилось, да, что рок, а теперь рэп сеет мрак, сеет, я не знаю, там, разврат и так далее. Ребята, мрак, разврат, негатив, там, наркотики, оружие, вот это все, это части современного мира. Не мы, рэперы, и не мы, рокеры, и не мы, артисты, это распространяем, изобретаем. Как бы, ну, серьезно. Этим занимаются совсем другие люди, которые рэп обычно не читают. А те, кто читает об этом, обычно понтуются и этим не занимаются. Вот. Поэтому, когда, ну, в целом, когда говорится, что виноват рэп в убийствах, в наркотиках, не знаю, в разврате и так далее. Ну, блин, это все части современного мира, и это просто отражение. Мы все, мы не кастинг-проект. Мы обычные ребята, каждый по-своему, такие же, как и вы. Мы просто с детских лет любим эту музыку. И мы вкладываем в нее то, что мы видим вокруг. Вот. Поэтому это отражение, это не причина, это искажение, это передергивание, это абсолютно неправда. И это касается всех артистов, кому это предъявляется. Даже тем, кто ходит по грани, потому что искусство — это часто хождение по грани и по краю. Тут невозможно. Мы не мальчики из церковного хора. Это рэп, как бы. Это достаточно грязная уличная культура. Но она в каком-то смысле выводит этот негатив из общества. Она его не создает. И я очень хочу, чтобы это услышали. Вот, по возможности. Вы как минимум. Ладно, я что-то заболтался. Давайте дальше. Let's go. Так, ладно. Кстати, да, я не знаю, на всякий случай это скажу. Если у кого-то была сегодня идея, если кто-то умудрился пронести сюда фаера, и у него была идея зажечь эти фаера здесь, пожалуйста, не делайте этого. От меня большая просьба, да, я как бы иногда поддерживаю эту тему. Сегодня не нужно, клуб не очень большой. Плюс мы сегодня подчеркиваем то, что это грамотное, здравое, мирное сборище. Это важно. Вот, потому что нас пытаются выставить как хрен знает кого, но на самом деле это не мы сеем эту смуту и раздор, а те, кто это все начинают. Да? Согласны со мной? Мы просто хотим петь свою музыку. Вот, поэтому... Окей. Ну что? Я, кстати, это передаю салют всем, кто пришел на Басту и Нойза, и честно, и кто меня обычно не слушает, и честно выдерживает этот сет. Респект вам. Может, мы вас сейчас еще раскачаем тоже. Let's go. Раз, раз. Тонны волка летечет, котомку на плечо. Боль крути, там тайничок, открытый фонка не ключом. Сколько мили... Я, в принципе, все сказал, что хотел сказать. Мне кажется, я ничего не забыл. Вот. Я очень надеюсь, что у Хаски все хорошо, короче. Ну, менеджер его тоже здесь, он говорит, что все окей. Вот. Он просто сейчас, ну, как сказать, он должен оклематься для начала, да? Понятное дело. Вот. Я хочу сказать напоследок вот что. Я просто надеюсь, что... Еще раз, во-первых, спасибо всем, кто купил билет. Мы не знаем, на самом деле, как дальше будет обстоять судьба у концерта в Хаске. Этого не знает на данный момент никто. Потому что, например, я думаю, что Нойз вам про это больше расскажет. В его ситуации чем-то схожей. Концерты продолжали отменять очень большое количество времени. Просто в следующем городе, потому что отменяли в предыдущем. Год спустя, потому что отменяли год назад и так далее. Вот. Поэтому... Ваши деньги, я думаю, будут... Кстати, ну тут я говорю за... Как бы я не говорю за него, потому что он еще не высказывался на эту тему. Просто спасибо огромное вам, что вы помогли. Вот.
Возможно, он вообще скажет, что нафиг эти сборы и так далее. Такое тоже может быть. Это была наша инициатива, пусть и согласованная как бы с его менеджером. Вот поэтому, если что, я как бы беру ответственность на себя за этот факт. Вот. Но очень круто, что вы отозвались. И были люди, которые хотели перечислить деньги даже, даже не придя на концерт. Короче, здесь дело вообще не в деньгах. Вот еще очень важный момент. Вот что-то все зациклились на этих деньгах. Дело в проявлении солидарности. И мне очень хочется... Просто иногда, иногда, типа, поддержка, ну, пост в Твиттере, я вот очень хотел написать, типа, твит, и просто, ну, понял, что этого недостаточно. Вот так родился, собственно, этот концерт. И я просто надеюсь, что... я надеюсь, что на этом, как бы, не закончится сегодняшняя история. В плане того, что вы и те, кто дома, поймут, что есть реальная сила в руках с точки зрения того, чтобы отстаивать, ну, праведные вещи, как бы, это сила добра, это не какая-то непонятная экстремистская история, да, как бы, здесь это здравый смысл, на самом деле, в первую очередь. Сила добра — это абстрактная тема, это здравый смысл, вот. И поэтому я надеюсь, что тут нет никакой эксклюзивности, что сегодня только мы трое на сцене. Я надеюсь, что я буду петь свою музыку, это станет каким-то, я не знаю, каким-то слоганом для большого количества, может быть, концертов. Ну, короче, думайте дальше сами, здесь нет никаких... Тут нет лидеров и нет лидеров мнений, просто, мне кажется, это всех затрагивает в той или иной мере. Вот. Ну, а чтобы не на слишком позитивной ноте закончить, я вам почитаю, где нас нет. Let's go. Cheers. Все, спасибо.